Привет! Я Игорь, и это канал «Импровизация с песнями», где мы сочиняем песни прямо на ходу. Привет, друзья, меня зовут Дима. Сегодня мы будем петь песню, но не просто, а по очереди. Пау-пау-пау-пау, очереди! Я только спросить. Стоп! Бразильский карнавал. Угу. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Ты начинаешь? На улице, пока, пока, пока светло. Мы танцуем и веселимся. Но наступит вечер и, возможно, опустится на город зло. Поэтому давайте по бразильски карнавалам затусимся. Бразильский карнавал. Это в тысячу раз лучше, чем бразильский сериал. О, как хорошо, я оставил ребенка дома вместе с медведем Тедди. Я вышел на улицу, праздник все в огнях. Единственный, кто недоволен этим, это мои соседи. Они держат злость на меня. Бразильский карнавал. Это в тысячу, тысячу, тысячу раз лучше, чем бразильский сериал. Карнавалы, карнавалы, карнавалы разные. Сегодня на карнавале китаянки, а завтра на карнавале бразильянки, а послезавтра китаянки. Я вышел, вокруг так много людей, а я между. Я вижу кучу-кучу много женщин на карнавале. И почти не вижу одежду. Бразильский карнавал. Это так круто. Это вам не бразильский сериал. Спасибо тебе большое за бразильянок. Спасибо. Спасибо большое вам, что вы смотрите. Вы классные! Бразильский карнавал. Это в тысячу раз лучше, чем бразильский сериал.